Российские миротворцы из состава совместного российско-турецкого центра применяют беспилотники «Форпост» и «Урлан-10» для контроля за соблюдением режима прекращения огня и военных действий в Нагорном Карабахе. Военнослужащие совместного центра непрерывно получают изображения с беспилотных летательных аппаратов на пункт управления, где анализируются все перемещения военной техники, личного состава, а также фиксируются все факты пересечения линии соприкосновения сторон. Дежурными сменами совместного центра осуществляется сбор, обобщение и проверка информации о нарушениях достигнутых договоренностей. Рассматриваются любые жалобы по вопросам или проблемам, связанным с невыполнением сторонами Нагорно-Карабахского конфликта достигнутых договоренностей. Ладно, ты мне скажи, ты не уезжаешь?